Здорово, братишки! Оскар здесь. И добро пожаловать на реанимированную рубрику ТОП-5 от Оскара. И 100% тебе известно, что в нашей игре хорошие скилловые игроки на весь золото. А вот красно-оранжевые раки являются просто фундаментом этой безусловно честной игры. Лично я их вежливо и ласково называю целевая аудитория. Неоднократно ты встречал Маусов в кустах на базе. Сумасшедшую ЛТшку, которая сливается в первые минуты боя. Умалишенную арту, которая весь бой долбит только по тебе. И когда после катки смотришь, что же это за уникумы играли. Видишь заветные 45%, в лучшем случае 47%, и на определенных танках просто несчетное количество боев. Да-да, оказывается, на одном танке сыграть 15-20 тысяч боев для кого-то может быть под силу. И в этом видео я расскажу тебе о танках, на которых так сильно любит катать целевая аудитория. Так что прямо сейчас, братишка, прожимай лайк, присаживайся поудобней. Если в этот момент что-то точишь, то приятного аппетита, смотри видос до конца, слышишь до конца. Я начну. Будет интересно. Но сперва маленькая реклама. Подписывайся на мой стрим-канал. Да, у меня есть отдельный стрим-канал, и я там стримлю. Ссылочка на отдельный стрим-канал, где я стримлю, в описании. Переходи и подписывайся. Предложение ограничено. И на пятом месте у нас располагается аппаратик, который пару годиков назад за выслугу лет раздали игрокам. Американская ПТ-шка 7 уровня Super Hellcat. И я бы все понимал, если бы на нем без остановки играли бы несколько месяцев. Ну потому что тунг на самом деле ничего такой. Ну вот уже спустя 2 года после релиза, на 7 уровне практически в каждом бою можно встретить по 2-3 таких аппарата в каждой команде. И братишка, я реально не шучу. Неоднократно встречал представителей целевой аудитории, у которых на Super Hellcat больше 5 тысяч боев. 7 уровень сам по себе страдальческий. Против восьмерок играть сложно, ну а если забросит к девяткам, то все, шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. И я бы все понимал, если бы Super Hellcat для рака был бы этакой палочкой-выручалочкой. Ну то есть танк играет за тебя, но нет. Что не говори, но на нем нужно немножко стараться. В зависимости от ситуации в бою, немножко двигать жопой, хотя бы от кустика к кустику. Но представители целевой аудитории выбирают путь игры в удовольствии. То есть не поколебимо стоять в кустах весь бой. Ну и следовательно, дорогой мой скилловичок, эффективность игры на этом танке, естественно, оставляет желать лучшего. Но вот и спрашивается, если результативно отыгрывать на нем не получается. Да и к тому же 7 уровень, игра в удовольствии, на котором что-то из разряда мистики. Почему раки этот танк так любят и катают на нем без остановки? Ответ себя немножко удивит, слушай. Но во-первых, он бесплатный и раздали его на халяву. А во-вторых, если стоишь присядь, многие до сих пор считают, что Super Hellcat, внимание, премиумный. Они на нем фармят, понимаешь? Я все понимаю, можно сослаться на невнимательность, на неосведомленность, никто не сказал, ничего не знал. Но за 2 года ради любопытства. Можно же было почитать описание танка. Ну или хотя бы догадаться, что 5-10 тысяч серебра за бой — это не фарм. Super Hellcat не премиумный, он акционный. И у акционной техники коэффициент фарма примерно такой же, как и у прокачиваемой. И знаешь, сколько боев за прошлый месяц было сыграно на этом танке? 3 785 тысяч, со средним процентом побед 48. Судя по всему, фарм не удался. На 4-м месте располагается советская СТ-шка Т-34-85. И вот знаешь, здесь чему-то придраться абсолютно не получится. То, что 45-процентные игрочки любят этот танк, не удивительно. 85-ка давно себя зарекомендовала как одна из лучших СТ-шек на 6-м уровне. Великолепное сочетание хорошей подвижности и огневой мощи. На 6-м уровне этот аппаратик реально может устроить качественный навал. Ну, навал урония, разумеется. Только есть маленькая несостыковочка. Качественный навал урона и 45-процентный игроки как бы вещи несовместимые. И не возникало бы вопросов, если бы чаще играли на премиумном аналоге Т-34-85М, который по эффективности такой же, местами даже лучше. Ну и что там греха таить, 85М премиумный, следовательно, немного фармит. Но нет же, целевая аудитория предпочитает именно прокачиваемый аналог. И на полях унижений встретить игроков, у которых на 85-ке 3-4 тысячи боев, не такая уж и редкость. Но как-то раз в рандоме попался мне один индивид, у которого на 85-ке было 16 тысяч боев. Естественно, любопытство взяло надо мной верх, и я в личных сообщениях решил поинтересоваться. Мол, братулек, а чем же этот аппаратик тебе так в душу запал, что ты соизволил на него потратить такое огромное количество времени своей драгоценной жизни? И знаешь, ответ меня просто поразил. Он не сказал, что танк фановый и интересный. Он не сказал, что это единственный аппарат, на котором он умеет играть. Ответ был: он наш. Ну то есть, советский.
И знаешь, я просто поражаюсь патриотичностью этого индивида. Кто-то любит финнов, а я вот люблю патриотов. И просто представь себе, за прошлый месяц на Т-34-85 было сыграно почти 3 миллиона боев. Хоть этот танк победы в рандоме уже хрен знает сколько лет, но что-то мне подсказывает целевая аудитория катать его. Будет еще долго, очень долго. И я ничего против этого не имею. На 6 уровне мало кто потеет в отметке. Мало кто играет на максимальный урон. Да ладно, там мало кто фармит даже. И для игроков с уровнем игры ниже среднего, это самый благоприятный уровень. Так что, если ты один из тех, у кого на 85-ке бои исчисляются тысячами, братишка, играй на здоровье дальше. Прошу лишь тебя об одном, не играй на девятках и десятках и закусывай иногда. Третье место, мне больно об этом говорить. Французский легкий танк ELC Evin 90. Уверен, для тебя это не секрет, но легкие танки – самый скиллозависимый, командозависимый, картозависимый класс техники. Что результативно отыгрывается на ЛТшках? Твои руки должны быть ровными, как рельсы. Один глаз должен смотреть за тем, что происходит в бою, второй глаз должен смотреть за тем, что происходит на миникарте. В наушниках придется слушать не Олежу Газманова, а хруст ломающихся заборов и деревьев. Нужно знать тайминги, владеть микроконтроллингом. На отлично знать все позиции. С каким оборудованием лучше играть на открытой карте, а с каким на городской. Помимо головного мозга, придется еще думать спинным мозгом. И если на открытой карте тебе повезло с грамотным ЛТ-водом в твоей команде, то тяжем противника будет жопа, средним танком противника будет жопа. Да ладно, в общем, противнику будет жопа. Легкие танки — это класс техники для сверхлюдей. Но, как говорится, 45-процентному море по колено, горы по плечо. И красно-оранжевый уникум на ELC в нынешних реалиях рандома уже не редкость, а обыденность. И если он сливается в первые минуты боя Джов с ним, самое бесящее, когда целевая аудитория стоит и ни черта не делает. Особенно на какой-нибудь открытой карте. И вот согласись, братишка, именно этот уникум чаще всего в твоей команде. Вражеский ЛТ всех кошмарит, союз танки лопаются, а наша светлая личность стоит арту охраняет. После боя смотришь заветные 45-47 и 3-4 тысячи боев на ELC. 3-4 тысячи раз кому-то испортили настроение. И вот в таких ситуациях думаешь, как же все-таки зря, что отключили огонь по союзникам. Иногда он просто необходим. Аминь. И тебе наверняка интересно, почему именно ELC Evin 90? Почему именно на нем в прошлом месяце было сыграно 5 миллионов 700 тысяч боев? Хотя правильнее говорить не почему, а за что? А за то, что вежливые разработчики добавили этот великолепно бесящий танк во внутриигровой магазин. Следовательно, танк доступен был по трейд-ин. Ну и ни для кого не секрет, ELC являлся самым выгодным предложением. Сдаешь какой-нибудь кусок за рефералку, доплачиваешь пару сотен голды, которую выиграл у антинуба, и все, танк, который нужно продавать по определенным лунным суткам, у тебя в ангаре. Ну и целевая аудитория, конечно же, воспользовалась этой щедростью. Дорогие мои разработчики, если вы смотрите это видео, будьте так любезны того филантропа, который ввел этот танк во внутриигровой магазин, уволить нахуй по статье и парочку подсрачников выписать. Вежливые комьюнити ТТ и СТ водов будут вам безмерно благодарны. На втором месте экземпляр, не нуждающийся в представлении. Именно он когда-то мешал прокачивать себе 6 уровень. Именно он на полном ходу с вертухи прописывал себе на фулочку. Именно он появлялся из-за угла, откуда ни возьмись. Именно он, все же представлю, советский тяж КВ-2. Ну что про этот танк можно сказать? КВ-2 это мем. Танк непредсказуемый и способен на многое. Играя на нем, можно дико угорать. Играя на нем, можно дико выгорать. Ну или прогорать, как там правильно, не знаю. КВ-2 огромному количеству игроков подарил море положительных эмоций. А все благодаря своему бревномету. Это не просто танк, это Жан-Клод Ваншот. Ты можешь на нем весь бой мазать при полном сведении практически в упор. Ты можешь на нем каждым выстрелом сбивать гусеницы и наносить по 100 урона. Ты можешь на нем каждый бой вообще ничего не настреливать. Но и наоборот. Только вслушайся, в движении, на полном ходу. Когда круг разброса у тебя на весь экран, через всю карту попадаешь в пиксель. И несчастного бедолагу с одного выстрела отправляешь в ангар. Вот это я называю удовольствие. Ну, как ты понимаешь, рано или поздно все приедается. Сыграл ты на нем 100, 200, черт с ним, 500 боев. Каким бы танк офигенным ни был, ощущения уже не те. Но, дорогой мой скилловичок, к целевой аудитории это не относится. 18-20 тысяч боев на КВ-2. Ты
хоть представляешь, до чего же эти люди азартные? Потому что, напомню, далеко не в каждом бою получается прописывать вертуханы. Он может терпеть один бой, два, три, четыре. Но в пятом бою как въеб на фулочку. И все. Вот оно счастье, нет его слаще. Будет что мужикам в курилке рассказать. За прошлый месяц на КВ-2 было сыграно 7 800 000 боев. Как понимаешь, КВ-2 постоянный гость на шестых уровнях. И это как бы с учетом того, что фугасики КВ-2 уже не такие эффективные. Как бы ребаланс коснулся. А вот представь, что было пару лет назад. Ужас, короче. И вот знаешь, очень успокаивает, что этот фугасный ад продолжается только на шестом уровне. Хотя, о чем это я? Тут как бы новая ветка китайских фугасных тяжей уже на подходе. И чтобы ты сильно не расстраивался, вот тебе минутка милоты. Ты только посмотри, какая прелесть. Дедушка завязал с танками и завел себе миленького котеночка. Но вдруг вспоминает фугасный ад в рандоме. Такое не забывается. На первом месте, да-да, зрение тебя не подводит. Советская ПТСАУ 9 уровня, объект 704. В простонародье известная как Читуха. Геморрой и гонорея всея рандома. Самый, услышь меня, самый любимый танк целевой аудитории. Практически в каждом бою на 9 уровне ты увидишь этот аппарат. И с вероятностью в 95,1% этот аппарат будет стоять в кустах. Потому что, если ты, конечно, не знал, это ПТ. Я лично на стриме при свидетелях встречал индивиду, у которого 40 тысяч боев на 704-м. И вот знаешь, я на самом деле просто поражаюсь в выдержке этих игроков. Любители читухи способны все 15 минут стоять неподвижно на одной позиции. Ну вот неважно, твоя команда давит или отступает. Красно-оранжевая основа игры куст заняла и будет сидеть в нем до посинения. Ты хоть представляешь, какое же это удовольствие? И вот лично мое мнение, 704-й просто создан для таких игроков. Ну во-первых, он наш, советский. А наша техника в руках наших, ну ты сам понимаешь. Во-вторых, это читуха. Размеры сарайные, но маскировка запредельная. В неподвижном положении танк светится только тараном. Брони в лобовой проекции нет, но есть здоровенная маска, которая просто магнитит снаряды. Целишься ему в рубку, летит в маску. Целишься ему в НЛД, летит в маску. Целишься в землю, летит в маску. Собственно, поэтому и называют читухой. В-третьих, это зверская дубина. С не менее зверским бронепробоем. Средний урон за выстрел 750. Но это для нас, для обычных игроков. А для красно-оранжевых любителей удовольствия, что не выстрел, то альфа 800. И как назло, эта альфа вылетает только по тебе. И если хоть кто-то попробует сказать, что это не так, милости прошу на мой вежливый стрим-канал. Ссылочка в описании, переходи и подписывайся. Я тебя потом лично забаню. В общем, нереально бесящий аппарат, который нереально обожает целевая аудитория. За прошлый месяц на нем было сыграно почти 2 миллиона боев. И знаешь, с каким средним процентом побед? 46. Ха, все по канону. Но знаешь что, все эти танки, которые ты увидел в моем топе, и рядом не стояли с экстра местом. Так что встречай, зло этой игры. Самый слабый класс техники, самый невлияющий класс техники, самый любимый класс техники целевой аудитории. Да, это Артюлечка, господи, прости. И на протяжении всего своего существования в игре, этот класс техники всем игрокам портит настроение. Разработчики Арту вводили для людей с ограниченными возможностями. Многие со мной согласятся, геймплей на ней скучный. Но что-то пошло не по плану, и Артюлечку облюбовала целевая аудитория, которые по естественным причинам не смогли в бодрое танковое рубилово. Зачем кататься по карте, зачем танковать, зачем кому-то светить, когда можно весь бой стоять на месте и гадить на головы нормальных игроков. И я сейчас говорю не про арту определенного уровня, определенной нации. Я сейчас говорю про всю арту в принципе. Потому что я уверен, на 100% ты сам неоднократно встречал индивидуумов, у которых на арте 5 уровня, 6, 7, у которых на арте советской нации, американской нации, французской нации. Десятки тысяч боев. И черт его дери, этот класс просто идеально подходит для целевой аудитории. Арта долго заряжается, а за это время можно нарезать хлебушек, огурчик, помидорчик, ну и рюмочку конечно же накатить, за победу разумеется. Арте чаще всего приходится стоять на базе, но это же к лучшему. Не нужно нажимать много кнопок, но зато можно как следует закусить. И да, далеко не после каждого выстрела ты даешь пробитие на фулочку, но рано или поздно все же как дашь в какого-нибудь стандарта Б на 1300 с поджимом. Жогом, и в этот момент сразу ловишь море эндорфина. Выражаясь на языке целевой аудитории, дал
кусать. А теперь внимание. Арту много раз нерфили. Ограничивали количество штук в команде. И казалось бы, количество боев за месяц должно быть незначительным, верно? Хе-хе, как бы не так. За прошлый месяц на объекте 261 было сыграно 2 миллиона 550 тысяч боев. А представь, если бы арты было по 4-5 штук в команде, и ты бы, скорее всего, это видео не смотрел, потому что я бы в дурке лежал. В общем, арта с самого своего появления и по сегодняшний день остается самым любимым классом для раков. И, к сожалению, дорогой мой скилловичок, от этого нам с тобой никуда не деться. Ну вот, в принципе, и все. Ты смотрел топ-5 танков, на которых обожают играть раки. И специально для тебя просто чумовое предложение. Прямо сейчас в комментариях напиши, какой топ-5 ты бы хотел увидеть. И авторы самых интересных идей получат по 1000 игрового золота. Так что игровые ники писать можно. Ну и само собой, заглядывай в описание, подписывайся на телеграм-канал и на стримы не забудь приходить. Ссылочка все там же. На связи был Оскар. Не болейте, братишки. Удачи.